отделенный от центра страны тысячами километров тайги и морских пространств, должен уметь сам о себе позаботиться. С каждым годом расширяется местная промышленность Колымы. Строители Дальнего Севера поставили перед собой задачу – освободить государство от излишних забот по завозу. Своими силами создали пищевые и промышленные предприятия. Здесь, на Магаданском пищевом комбинате, из дикорастущих ягод делают прекрасные сорта варенья, джемы, экстракты, наливки. Недавно комбинат организовал производство овощных консервов из урожая местных совхозов. Приступил к выпуску новых сортов вин. Получили заслуженное признание у потребителей. Мастер-винодел товарищ Старков тоже доволен своей продукцией.